Привет. Посылка для Redmi Note 10 Pro. Так, ну, если кому интересно, где я покупал, естественно, ссылка в описании. Вот такой вот у меня красавчик. Красавец. Итак, посылка добиралась быстро, около 2 недель. Если конкретно, то, по-моему, 11 дней. Это с момента оплаты и до момента, когда я ее забрал на почте. В этот раз я сам ходил на почту, а не вызывал курьеров. Все-таки доставка, знаете, 100 рублей с почты принести, заплатить, это дороговато, особенно для чехла. Ну, обычная упаковка, смотрим, что там приехало. Забавный чехол. Мало того, что забавный, он еще интересен своим функционалом. Сейчас мы проверим, стоит ли его покупать. Смотрите-ка, это сразу с места в карьер. То есть это у нас бренд. Друзья, бренд. Не хухры-мухры. Итак, по расцветкам. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 расцветок. Вот таких вот на сайте. Я выбрал серебряного цвета. Что еще тут? Ну, короче, кольцо, магнит, подставка, полная защита 360 градусов, якобы. Ну, в общем-то, несколько материалов. Сейчас мы его внимательно и рассмотрим. Упаковка ничего, нормально, пойдет. Прям как с магазина. Так. А ну? Так, ну, он внутри неплохо оформлен. Интересно. Это все резина, тактильно приятная. Слушайте. Очень ровная обработочка, смотрите-ка, вообще ни заусенцев, ни наплывов, ничего. Внутрянка просто шикарная. Ага, я уже вижу, что там перфорированные кнопки повышения и снижения громкости. Он не квадратный, он максимально такой под лодочку, скругленные края. Подгонка резины, это пластик, просто великолепно. Вы посмотрите, я давно такого не видел. Просто шикарная подгоночка. Подходит этот чехол на несколько... Ну, другие, если у вас не Redmi Note 10 Pro, перейдите по ссылке, посмотрите, какие там еще у нас компании Xiaomi модели. Просто галочку подставите напротив своей модели. Я буду лишь показывать на своем аппарате, естественно. Придет вам то же самое. Здесь такой широкий, глубокий вырез. Ах ты, блин, а вот это уже интересно. Слушайте, он такой толстенький. И тут что продумали? Вот с чем бы это сравнить? У меня тут должны быть чехол, должны быть чехлы такие с кольцом, да. Вот, допустим, вот кольцо, да. Оно выпирает, вот, выпирает. Я показывал этот чехол. У меня много чехлов на канале упаковок. Перейдите на канал, посмотрите, прежде чем выбирать. Тут есть свои минусы и свои плюсы. Некоторые чехлы вообще не рекомендую к покупке. Так вот, здесь кольцо заподлицо, оно утоплено. То есть оно не будет вылазить туда. Слушайте, оно не будет крутиться, если, допустим, опять-таки вернемся к этому чехлу. Смотрите, что происходит. То есть вот это происходит, ну и вот. А здесь все отлично. Он лежит просто плашмя. Но опять-таки камеры не будут выступать. То есть нет вот этого ободка, который пляшет на столе, да? Упирается. Нету. Это все здесь заподлицо. Очень интересный. Сейчас мы его примерим, посмотрим, как он сидит. Но опять-таки вот так вот берем. Хопа. Крутится еще и щелчками. То есть есть фиксация. Офигенная фиксация, я вам скажу. Просто шикарно. Так. Ну и, конечно же, это магнит. То есть... под магнитную станцию, если вы автомобилист. Давайте проверим. Ну, никаких проблем. Ух, как крепко. Ёлки-палки. Отлично, заявлено есть. Поближе вот так вот смотрится колечко. Оно металлизированное. Это металл. Это металл, это металл. Это пластик, это резина. Ну, на первый взгляд, просто шикарно. Смотрите, какие ровные отверстия. Великолепно. Ну что, давайте примерять. Так. Сейчас проверим, как отверстия сядут, какая защита по дисплею. У меня приклеено защитное стекло керамическое. Вот вы можете очертания видеть вокруг камеры, да? Вот. Шикарная штука, то есть нет моего отражения, вы не видите, да? Но матовое стекло и плюс фильтрует синий цвет. Ну и не разобьешь, потому что это не стекло, это толстая защитная пленка. Шикарная штука, есть у меня видео на канале, как его клеить. Перейдите, посмотрите. Не знаю, оставлю я ссылку в описании. Ну, классная штука, особенно детям приклеивать. Вообще не бьется, не потрескается, не отколется, ни хрена. Абсолютно. Классная штука. Проверяем. Сканер срабатывает. Ну, смотрите, я даже не вдавливаю. Палец хорошо кладется в эту выемку. Вырез. Далее. Громкость проверяем. Ну, тут перфорация есть, так что срабатывает просто шикарно, великолепно. Ну, и они отдельно. Смотрите, отдельно. Плюс-минус. Пожалуйста, вот. То есть, тактильно... Понимаешь, даже в темноте поймешь, где какая кнопочка. Отлично. Далее, отверстие сверху. Ёлы-палы. Все очень красиво. Чуть-чуть центровочка. Здесь вот два отверстия. Это у нас экопорт и отверстие шумоподавления при видеозаписи. А так, так. Ну, ёлки-палки.
Очень хорошо. Снизу. Снизу великолепно. Просто великолепно. Ну, правда, вот сейчас вот заметил, опять-таки, чуть-чуть центровка, но это ничего страшного. Очень толстая резина, то есть защита. Чтобы вы понимали, блин. Отлично. Надеюсь, вы там не оглохли. Прошу прощения. А, у нас по краям, смотрите-ка, еще резина вот здесь вот, чтобы вот не соскальзывал с руки. И она такая рифленая. Вот так вот она у нас смотрится. Шикарно. Ну, теперь сзади. Опять-таки, не забываем про расцветки. Сейчас я вот им еще раз вам покажу. Есть черный классический, есть и повеселее. Даже розовый для девочки есть, пожалуйста. Я вот такой нейтральный выбрал. Подойдет и тем, и тем. И девочкам, и мальчикам. На взгляд, на мой первый, неплохо смотрится, мне нравится. Нет никаких лишних надписей, как любят китайцы. Смотрите, какая защита камеры, она там утонула полностью, абсолютно. Далее, защита по дисплею. А ну-ка, что тут не провалил? Во, все, теперь я не защелкнул до конца. Смотрите, даже защитное стекло прикрыто, то есть окантовочка выступает. Кладем вниз, не будет царапаться, не будет биться, да? Ну, в общем-то, 360 градусов защита, это я рекомендую. Это вещь супер, мне нравится. Опять-таки, подставочка, пожалуйста. Так, как хотите с собой в дороге, да? Великолепно. Далее, опять-таки, палец просунули. Все, телефон надежно сидит в руке, не выскользнет, не вылетит, у вас его не выбьют. Я считаю, вот, блин. Особенно мне понравилось то, что оно прячется за подлицо, вот просто за подлицо. Переходите по ссылке в описании, смотрите, это дешевый чехол, на самом деле, я надеюсь, там его еще все еще продают, а то бывает такое, закажешь, а потом, пока придет, смотришь, что магазина нету или этого лота нету, то ли разобрали, то ли еще чего. Ну и подгонка резины и пластика настолько вот четкая, просто я даже не вижу этого момента, хотел сказать, склейки, подгонки. Вообще щелей никаких нету между резиной и пластиком. Шикарно. Давно я не получал таких хороших чехлов. Это действительно чехол, который можно посоветовать без зазрения совести. Спереди он-то не особо прибавляет. Ну, кстати, вот тут вот серебряные окантовки все-таки видны. Значит, цветные будут видны. Но все же. Черная окантовка. Посмотрите, какая толщины. Какой есть вырез под внешний динамик, кстати говоря. Шикарная штука. Друзья, я совсем недавно установил этот Redmi Note 10 Pro. То есть я его ломал пополам. До этого я ходил с голубым цветом. У меня был смартфон. Я его продал, да, сейчас вот хожу опять снова с бронзовым. Посмотрите то видео, где я ломаю пополам. Посмотрите то видео, где я после того, как его сломал, восстановил все заново. То есть сейчас на этом смартфоне у меня абсолютно новый дисплей AMOLED матрица, да, абсолютно новый каркас, корпус, рамка, да. Новая задняя крышка стеклянная. Давайте-ка все-таки сниму, вам покажу, чтобы это было нагляд. Ух ты, как он плотно сидит, а. Блин, красавчики, мне нравится. Чехол просто шикарен, особенно в дорогу. Дорогу автомобилистам очень рекомендую. Новое защитное стекло, хотел сказать, защитная вот эта вот крышечка, да, стеклянная. Новый блок с камерами, новая стекляшка здесь опять-таки на камере. Все это абсолютно новое. Ну и надпись Redmi здесь есть также. Единственное, нету здесь теперь вот этих вот мусорок, сертификации, как это обычно у нас в нашей стране. Вот, разве что сканер отпечатка пальца старый перекочевал, лоток перекочевал сюда. Кнопка включения, повышения громкости, снижения новая, шла с каркасом. Вот так он теперь выглядит. В принципе, так и не скажешь ничего. Можно хоть сейчас продавать, на самом деле. Говорить как новый, да, и вообще не говорить о том, что он какой-то восстановленный. Все идеально. А, ну еще мне пришлось здесь приклеивать вот этот дисплей AMOLED к самой раме. Рама там внутри металлическая, как это называется, металл силумин, по-моему, называется. Ну, в общем, крайне забавное видео. Я там, оно не длинное, я там все это в 2x, ну, то есть, ну, вы понимаете, короче. Короче, вам не надоест, я надеюсь, что видео вам понравится, переходите, посмотрите, обязательно поддержите просмотрено. Ну, собственно, что, еще раз по чехлу. Шикарная штука, дешево стоит, большой богатый выбор. Опять-таки, смотрите по моделям, модельный ряд какой там представлен, каких моделей компании Xiaomi продается чехол. Ну и подписывайтесь на канал, еще много будет распаковок, чехлов, не только, и других интересных распаковок. Вот в скором времени появятся вот такие у меня наушники.
Леново берут ведрами. Там столько заказов. Мама родная. Крайне дешевые, но интересные. Опять-таки выглядит, как, по-моему, AirPods третьего поколения. Не знаю, вы когда там смотрите, может, уже представили AirPods третьего поколения. Ну, в общем-то, что-то дизайн попахивает этим. Теперь точно все.